онлайн-магазин міні-тракторів. Великий вибір техніки китайських, японських та європейських брендів. Якісний сервіс та гарантія від заводу-виробника. Шукай наш сайт «Мінітрактор.Укр» або переходь за посиланням в описі під відео. Дорогі друзі, прошу мене простити, тому що я ні хрена в мотоциклах взагалі не розумію, я повний ноль, тобто, в принципі, но я знаю, що от така от штука, трицикл, грузовий мотоцикл, очень популярна все в деревнях, потому что это удобно, потому что можно куда-то доехать, можно перевезти какое-то определенное количество груза на нем. Здесь такой немаленький кузов, вот, в который можно много чего напихать. Вот. Называется эта штука мотолидер, трицикл, ну, либо грузовой мотоцикл, как вам уже удобнее. Геркулес. На 250 кубиков в нем двигатель. Первое, что интересно, он довольно-таки удобный, практичный и довольно-таки большое тут пространство для того, чтобы можно было там закидывать какие-то грузы. Это раз. Во-вторых, он бюджетный, то есть он не стоит там каких-то космических денег. У нас, по-моему, на сайте его нет, но мы в ближайшее время его добавим. Так что пока что обращайтесь по номеру телефона, который видите внизу. А если вам интересно там трактора, навесное оборудование и так далее, то тогда забегайте на сайт. И третье, он не выглядит ущербно. Вот что важно. Вот все-таки, знаете, люди платят деньги. Деньги не маленькие, они достаются тяжело. И когда человек покупает какую-то технику, она выглядит, простите, как кусок говна, какого-то древнего, постсоветского еще, то это ужасно. Посмотрите просто на этот стиль. Это фактически Харлей. Фара. Вот эта защита. Решетка радиатора. Хромированные вот крылья. Он крутой, реально, он смотрится, вот я сейчас еще как-то так его, красиво. Вот этот ракурс, вот. Даже на заставку пойдет, он смотрится стильно. Он смотрится круто. На свои деньги он просто топовый. И он при этом не теряет функциональность. Ну и, конечно, по качеству, ну, что я вам скажу, это Китай. Это неплохой, но это Китай. То есть будут, нужно вам закатать рукава, что-то делать в нем, следить. Но, в принципе, как и за любой техникой, просто за Китаем чуть лучше, чуть больше. И чуть чаще вы будете менять какие-то запчасти, но, соответственно, они будут стоить гораздо дешевле, чем на европейские какие-то бренды или японские и так далее. Вот, так что обращайтесь. В наличии есть трицикл. Пожалуйста.